Вы сладкоежка, но стараетесь соблюдать пост? Совсем не обязательно себя ограничивать в сладком. На выручку вам придет мой рецепт бананового кекса с грецкими орехами, которым я поделюсь на канале «Мамины советы». Этот кекс готовится без яиц и животных жиров. Он получается настолько вкусным и легким в приготовлении, что в зимнее время готовлю его очень часто и не только в постные дни. Вам понадобится 4 спелых банана, 100 грамм сахарного песка, 100 грамм очищенных грецких орехов, 220 грамм муки, 100 миллилитров рафинированного растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя и 1/2 чайной ложки соды, ванилин и щепотка соли. Бананы можно взять даже переспелые с коричневыми пятнышками, но не берите зеленые. В самом начале очищенные нарезанные бананы мы смешиваем с растительным маслом и измельчаем блендером. Добавляем ванильный и обычный сахар. Взбиваем не менее 2 минут. В отдельной миске смешиваем муку с содой и разрыхлителем. Добавляем щепотку соли. Выкладываем сухие ингредиенты к банановой смеси. Все хорошо перемешиваем блендером. Грецкие орехи измельчаем в ступке, но не очень мелко. Можно их порезать ножом. 2/3 от общего количества добавляем в тесто и перемешиваем уже ложкой. В форму для кекса выкладываем тесто и сверху украшаем оставшимися орехами. Можно вместо одной большой формы взять несколько маленьких, но тогда время запекания нужно будет уменьшить на 10-15 минут. Я пекла по этому рецепту и небольшие маффины, получилось 9 штук, при времени выпечки в 35 минут. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Обязательно проверяйте готовность зубочисткой, потому что банановый кекс подрумянивается раньше времени из-за того, что бананы при нагревании быстро коричневеют. Готовый кекс полностью остудите и достаньте его из формы. Наслаждайтесь изумительной постной выпечкой, которую даже можно поставить на праздничный стол. А какая у вас самая любимая выпечка в постные дни? Поделитесь своими рецептами и советами в комментариях. Буду очень вам благодарна. И подписывайтесь на наш канал «Мамины советы», где мы публикуем много простых, вкусных и проверенных рецептов для всей семьи.